Они смогут прилететь в аэропорт имени Тукая, улететь с Туполевского в Казани. В Татарстане продолжают выбирать известных земляков, именами которых в итоге назовут аэропорты Казани и Бегишева. В последнем списке 40 фамилий. Сколько их будет всего и почему останется только два, расскажет Рамиль Шайдулин. Великие имена выбирает вся Россия. Проект идет к концу первого этапа. И пока каждый регион представляет список тех, кто известен всему миру, но жили и работали у них. Пока татарстанцы вносят свои предложения в официальных группах проекта. Такие имена, как Шаляпин, Габдулла Тукай, Муса Джалиль, Менделеев. Это же ведь мировые имена, которые знает весь мир. Но мало кто знает то, что они здесь, на этой земле родились, на этой земле творили свои великие дела. По правилам, аэропорты назовут именами тех людей, которые внесли значительный вклад в развитие страны и плюс получили мировое признание. В этом плане у Татарстана в конечном итоге таких имен будет два. Для аэропорта Казань и Бегишева на выбор 40 претендентов. Федор Шаляпин, Муса Джалиль, Михаил Девитаев и десятки других людей, кем особенно гордятся в республике. Среди пожеланий татарстанцев и Сююмбике, и Марина Цветаева. Наверное, надо знать своих героев, так я скажу. Я считаю, что каждый человек должен знать историю родного края. Я считаю, что в любом случае эта акция привлечет внимание к некоторым именам. В любом случае образование людей – это всегда в плюс идет нации. Мы должны знать своих героев, особенно молодежь сейчас, которая очень мало знает героев наших. Аэропорт – это первое окно, через которое к нам прибывают как гости нашей республики, так наши сограждане, иностранцы со всего мира. И среди них будет формироваться целиком бренд аэропорта, благодаря присвоению имени нашего соотечественника. Сегодня в работу активно включаются волонтеры. На третьем этапе конкурса именно они будут помогать в соцопросах, предлагая людям сделать свой выбор. Будут стоять по точкам в торговых центрах, в КАИ, в КФУ, КНИТУ, в самом аэропорте, со стойками, где любой желающий может подойти, рассмотреть кандидатов на подачу имени для аэропорта и проголосовать. Сегодня ночью определятся 20 имен, из которых затем выберут 6, по 3 на каждый аэропорт. Через 3 недели победителя начнет выбирать уже вся страна. Рамиль Шайдулин, Ильшат Мухаметов, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Казань, Набережные Челны.